Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Физика 8 класс. Отвечаем на вопросы после параграфа 22. Вопрос номер 2. Пользуясь рисунком 26, расскажите, из каких основных частей состоит простейший двигатель внутреннего сгорания. Вот он, рисунок 26, двигатель внутреннего сгорания в разрезе. Ну, начнем разбираться по частям, из чего же он состоит. 1 и 2 – это клапаны. Клапаны. Один из них является впускным. Через него горючая смесь поступает внутрь цилиндра. Другой – выпускным. Через него газы сгоревшие выходят из цилиндра. Дальше, три, цифра 3. Это поршень. Поршень. Он движется по цилиндру вверх и вниз. 4. Шатун. 5. Коленчатый вал. 6 – это свеча. Она нужна для воспламенения горючей свечи. Смеси. Для воспламенения горючей смеси. Свеча. Вот из таких частей состоит простейший двигатель внутреннего сгорания. Если вы хотите знать ответы и на остальные вопросы, то следите за новостями сайта онлайн-гдз.нет в социальных сетях, а также подписывайтесь на канал онлайн-гдз на YouTube.